Широкая пропаганда чтения среди населения, особенно молодежи, служит повышению ее интеллектуального потенциала. По инициативе Министерства внутренних дел состоялась церемония открытия монумента читающей семьи. В мероприятии приняли участие представители Республиканского центра духовности и просветительства, Союза писателей Узбекистана и ряда других организаций. На мероприятии выступившие отметили роль чтения книг в расширении кругозора, повышении духовного и интеллектуального потенциала. За небольшой промежуток времени в системе МВД создано 133 библиотеки и 160 книжных уголков. Также налажена деятельность электронных библиотек, вобравшие более 120 тысяч книг. Кроме этого, 620 компьютерных уголков подключены к сети интернет и к Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Наваи. В последние годы в системе МВД по направлению культуры чтения были проведены около 1000 культурно-просветительских мероприятий, организованы ярмарки книг. Помимо этого были изданы книги касательно деятельности МВД. В Национальной программе развития и поддержки культуры чтения Кабинета министров на 2020-2025 годы определен ряд задач по популяризации чтения, таких как создание соответствующей инфраструктуры и широкое использование наглядных материалов. В системе внутренних дел были организованы курсы и интеллектуальные состязания, такие как Марафат Карвана, Манави Яд Карвана, Йош Ктопхон, Зукко Ктопхон, Ктопхон Ойла, Заковат. Тем самым были охвачены миллионы наших соотечественников. Продолжением работы в этом направлении стало создание памятника читающей семьи. Созданная человечеством история, культура, гуманистические ценности – все это воплощено в книге. И возведенный по инициативе Министерства внутренних дел памятник читающей семьи является символом культуры чтения. И он будет служить ее популяризации не только среди сотрудников органов внутренних дел, но и нашего населения. Среди основных задач концепции президента по организации духовно-просветительской работы в органах внутренних дел особый акцент делается на эффективное использование культуры чтения для формирования в сердцах сотрудников высоких человеческих понятий. Данный памятник направлен на популяризацию культуры чтения среди сотрудников органов внутренних дел. Чем больше человек читает книги, тем расширяется кругозор, повышается интеллектуальный потенциал. В создании этого памятника Министерству внутренних дел активно помогали ответственные сотрудники Академии художеств Узбекистана и скульпторы.